Смотри, какой огромный. А можешь огромный. Его показать, что он огромный-огромный? Да ему страшно. Я понимаю. Твою мать, какой он здоровый. Ёшки-матрёшки. А усы какие? Да не, реально он как собака с размера. Моя ж ты кися. Как его зовут, не знаешь? А, мне писали вчера, но я... Это с передержки, да, нам привезли? Да, это передержка приехала. Ух, твою ж мать. Там индуска в этой... Какой он красивый, а? Приехала. Это вторая, да, кошечка? Да. Это вторая кошечка, покажи. Тоже к нам сегодня привезли, да, получается? Да. Мои ж вы зайки. Это две кошки были на передержке. Ну, люди уехали отдыхать, оставили на передержке. Передержка все сдулась. Тоже текает. Привезли к нам. Теперь у нас... А здесь у нас героический корс, которого мы с трудом и с боем практически выбивали на Салтовке. Забрали вместе с клеткой, вместе с подстилкой, немножко корма. Он очень умница, ему было страшно. По пути, когда произошел взрыв, бедненький, он аж в машине подпрыгнул, перевернулся и на ручки залез, забился. Здоровая детина, кайфовая детина. Ну, боязливая, страшно, все боятся. Ничего, все будет хорошо, мужик. Здесь он теперь у нас живет.